Вот наша вся. Итак, все смотрим вот сюда. Что делать? Сюда смотрим. Сейчас этот человек объяснит вам предмет, который вы должны получить. Вы пришли сюда получить реквизит. Объяснит вам предмет, используя только слова на букву П. Тебе понятно? Да. Понятно. Я понятия не имею ни одного слова. Может, я помогу? Праздник. Песни, в которой будет петься про свинью на блюде. Или вспомнить. Блюдо во дворы. Одна свинка, свиночка, свинушка. Как мы любим эти чупаны. Еще один еще. Начинается театр. Свешивайте. Ищите. Я тоже газету. Снимайте это за 10. Вопрос? Вопрос! Вопрос? За ним что там? Что там? Кубок! Кубок! О, это реквизит еще! Это самый лучший реквизит. Кубок! Аплодисменты! Все, все! Ну, пожалуйста, без свиньи. Можно, да? Жена! Адвокат! Адвокат, жена! Адвокат плохой! Поэтому я сажусь в тюрьму. Спасибо. Нет, в тюрьму тусить нет. Просто тусить. Пошли. Пошли. Ай, пошли. Розалинда! Мы в тюрьму. Розалинда! Акт второй. У Орловского! Партия у Орловского на хате! Образом души всех хочу поздравить с открытием театрального сезона в Доме актеров вместе с Союзом театральных деятелей. Я от всей души хочу сказать и обрадоваться тому, что сейчас, находясь в зрительном зале, я вдруг увидел единение такое. Вы знаете, вот, в принципе, то, что в квесте участвовали все театры, и из разных команд состояли из разных театров, оно дало возможность вдруг почувствовать какое-то внутреннее составляющее единого пространства театрального Кузбасса. Вот, понимаете, вот просто энергетически вдруг понимаешь, какие вы прекрасны. Спасибо вам еще раз. И с открытием театральности. Ладно. Серебряное место присуждается. Бронза. Почему серебряное? А, бронза. Видите, я даже это... Аплодисменты, Алексей. Бронза присуждается. Команда «Зеленые перцы бабы Груни». Попадает в команде «Синий, синий, иний».
И первое место по праву. Красный квадрат на моей лице. Так было всегда, и так будет еще много лет. И радостный дом. Его очень просто мы дома актера зовем. И с окон его льется мягкий таинственный свет. Так было всегда и так будет еще много лет. Анастасия Петрова и Олег Брилев. У нашему театру юбилей. И у нас 25. О. На маску мы скоро поедем опять! Ура! Ну и немножко все-таки пролог, эпилог и финишная линия о том, что на нашем огороде цветут все деревья, все. Плодоносят очень активно. Активно. Да, урожай мы успеваем собирать. Ну и, конечно, самое главное, в нашем театре только крутые перцы. И перцы по направлению железной дороги направляются к Золотой маске. Ура! Спасибо! Спасибо большое, Невский театр комедии молодежи, аплодисменты. Гордости театра сыграл, мои друзья, на бессмертие. Я к вам. Всем спасибо. Спасибо большое за такой чудесный день, просто прекрасный. Бегать по Кемерово, это отказывается от карты, что-то прыгать, говорить, это очень здорово. Наш театральный огород, что-то? Ламантин. Ламантин, да, спасибо. Ксюха, король, моя. Я тоже, да, Ламантин, а кто это?
Я. Ты, я это морское животное, которое типа делает не вот. Презентация нашего театрального города. Ну, у нас всегда здесь растет очень так мобильно, я бы сказал, очень так насыщенно. Представить бы хотелось бы как наши блюда на нашем огороде, потому что они растут постоянно. Это как бы такие названия спектаклей. Начнем мы, допустим, вот я вижу фронтовичка, да? Мы видим здесь изысканный хлеб. Он самый лучший. Да? Вспоминаем примерно. Закрасили его сами этими руками. Да, да, пикли, пикли, да. Все, отлично, в форме рабочего. Нет, не надо. Отлично. Дальше идет у нас комар мечтает о зиме. Вот тут нужно задуматься. Спектакль такой. И у нас на тарелочке огурцы, перцы, помидоры. То есть комар вообще в шоке, но он мечтал о зиме, и он ее увидел, и как-то так произошло это. Идем дальше. У нас тетки, ну тетки, тетки это отличные кабачки. Вот тут. Это премьерный спектакль, да. Поэтому это премьерный спектакль нашего сезона. Да, отлично. И вот, мне очень нравится вот это блюдо. Называется поросенок и карасенок. Вот здесь минимум слов. Просто взглянули, все поняли, пошли дальше. Дальше у нас идут язычники. Это у нас изысканные губаты с матами, готовились. Потому что это современная драматургия, как же без мата. Все с матом, все отлично, все очень вкусно и сочно. Дальше я вижу изысканный наш пирог. Шарлотка, да. Шарлотка, Белоснежка и семь гномов. Кто готовил? Кто готовил пирог? Как думаете? Гномы. А кто из гномов? Кто? Нет, седьмой. Седьмой? А как звали гномов? Обжора. Обжора, верно. Готовил это Обжора. Так что он очень вкусный, потому что Обжора знает, как сказать, такой таинственный ингредиент, что вы в шоке от этого пирога. И у нас еще осталось... Так, вот это горько. А, вот так, горько. Это все понятно, да? А, где все? А, да, вот, да. Отлично. Все оплачено. Ну, то есть мы видим, да, что здесь просто предоставлено все, что на самом деле оплачено. И вот. Необходимо. И необходимо, да. А экспонаты? Экспонаты где у нас? А каждый, как это называется, продукт, который находится на нашем столе, это и есть экспонат, поэтому все у нас очень замечательно, вкусно. И прекрасно, мы бы очень хотели, чтобы вы хотя бы что-то попробовали. Но для начала мы забыли о самом главном пункте, да, да, который стоит у нас... Там! А, да, точно, вы забыли, вы предупредили. Называется «Трям, здравствуйте!» Это на самом деле на утро, просто просыпаешься здесь под столом, такой «Трям, здравствуйте!» И начинается вторая жизнь, второй день. Но у нас есть одно условие. Все желающие подходят. Все, вот можно прямо сейчас подходить, взять одно из блюд, держать в руках, и мы все вместе синхронно кушаем и жуя произносим, как вкусно. Это наша традиция нашего огорода, да, подходим, не стесняемся. Подходим, да. Взяли ручки. А может быть мы на завтра будем говорить «Трям, здравствуйте», как вкусно! Нет, давайте это сделаем синхронно. Вот кто взял? А что говорим-то точнее? Как вкусно. Все, так давайте я тоже возьму. 3, 4. Кстати, надо съесть. Как вкусно! Отлично! Какой вкусный суть в Прокопьевске, друзья, однозначно. Аплодисменты в Прокопьевский театр «Драмы». Вы знаете поговорку «Кто не работает, тот и не ест». А наш такой театральный стол можно назвать фестиваль урожая. Вот это актеры. Они убрали урожай, и они отдыхают заслуженно. Они загорают на солнышке. В карете у нас едут персонажи, смотрите. Так как у нас все-таки театр кукол, все наши овощи одушевленные. Вот тут у нас есть сеньор Помидор, они едут все на праздник. Чиполлино у нас есть. Ну, в общем, едут они... Мистер Морковка, да. Едут они все в карете. Золушка пока на балу, они позаимствовали, поэтому они едут вот на карете.
пожалуйста, посмотрите. А это тоже как бы буквально куклы, скажем так. Ну и так как актеры блюдят за собой, за своей фигурой, вот, пожалуйста, для вегетарианцев блюда. Поэтому вот так, лишних жировых отложений не будет. Здесь у нас, посмотрите, зеленый змей. Змей уже приполз, он уже снежный, но сегодня он помогал собрать урожай и даже вот засол. Поэтому, кто не работает, тот не ест. И хорошо отдыхает. Пожалуйста, теперь проходите. Вот здесь особенное блюдо. Это у нас кабачок. Господа, жюри. А те, кто уберет фигуру, пожалуйста, вегетарианское блюдо. Уважаемые дамы и господа, это очень серьезная презентация, поэтому мы не просим подойти всех сюда. Элита, элита артистов может подойти, конечно, посмотреть, что это сейчас будет и как это будет. Алексей Анатольевич, не стойте в сторонке, пройдите, пожалуйста, посмотрите. Первый областной здесь. Гламурная тусовка законодателей моды. Нам нету равных в этой фартовой игре. Вы сами посудите, на какие огороды. Лица лояльки с нами на дружеской волне. Охват огромный, режиссеры радуют визитами. Что не сезон, то постоянно новый мастер-класс. Если не верите, то сами посмотрите. Италия не просто в России, а конкретно у нас. Что касается монеты, кто пустого на бумаг. С нашими спектаклями колесим по городам. Месяц назад отбили слоган очень сильный. Таланты из Кузбасса покорили столицу России. Постоянный фонится, новые стили и жанры. К сердцу зрителя находим новые пути. И не от света столицев на нашей сцене жарко. Вердикт объявлен, золотая маска впереди. Пожалуйста, пожалуйста, подходите, уважаемые дамы и господа. Где члены жюри? Покажите мне их в лицо, в полный рост. Это вы. Насколько вы видите, это молекулярная кухня. Почему молекулярная кухня? Посмотрите, пожалуйста, на подложки, которые постелены на столе. Только для женщин, да? Единственный спектакль, который вы видели. Ну это самый, знаете, как бы это Новосибирск, это как бы ни о чем. Чтобы я поставил тарелочку сюда, я могу доказать. Я позвонил Косте Телегину на всякий случай. Можно, Костя, на тебя и на энное место я поставлю тарелочку. Сколько я остроумного было гораздо жестче. Гораздо жестче. Гораздо жестче. Уважаемые дамы и господа, коллеги. Молекулярная кухня. Вообще, кто-нибудь, поднимите руки, кто пробовал молекулярную кухню хоть раз в жизни. Раз. Выйдите отсюда, вы не с нами. Мы можем себе это позволить, потому что наш театр живет. Тимофей, можно я... Тимофей, уберите Тимофея, пожалуйста. Наш театр может себе это позволить, потому что мы живем только на антрепризах. Московских. Ну и Новосибирск немножко затесался. Я не знаю, будут ли пробовать многоуважаемые члены жюри вот это вот изящество, вот эту красоту. Если честно, да, открою столько помощников, знаете, у меня, подождите. Чтобы это открыть. Можно здесь пока аплодисменты. Это самое главное блюдо. Что это, никто не знает. И вряд ли из вас смертных когда-то узнают. Потому что многоуважаемые члены жюри могут это попробовать, но я не думаю, что у них поднимется просто... Не рука, а вилка. Понимаете, вилка. Поэтому не судите нас строго. В общем, мы привыкли этим питаться. Кемеровский областной драмтеатр. Специально для вас. Спасибо. Театральный огород Кемеровского областного театра «Куко». Дорогие друзья, можете подойти поближе к вашему жюри.
Вот посмотрите, пожалуйста, наш театральный огород. Они постарались изобразить дачу имени Аркадия Гайдара. Что мы сделали? Мы приготовили плов. Все мы бабушки. Спасибо вам! Спасибо! Вы щедрые! Вот. Ну, в общем, что у нас? У нас тут, вот видите, это замдом. Когда светит солнышко, у нас альбинка загорает тут, наш администратор. Ну, это сеновал, ясно, понятно, шашлычки жарятся, плов. Ну, да, и, наверное, вы заметили, самый главный экспонат здесь, огромные гулливеры, две гулливеры огромные, они так все на это смотрят. Ну, такая вот картинка, можете попланировать чуть-чуть.